Ну что ж, пацаны, удачи вам. Если у вас получится, давай, удачи. Где сидеть? Давай, катись. Да. Спасибо. Розетка, слушай. Ванёк. Ванёк, здесь. Тут розетка есть, Розетка, смотри. Розетка. С Богом, чувак. Очень. Нет, она ещё нет. Она пытается. Тогда ты что, давай добавлю, вот. Ты мисас? Где? Если бы увидели Мишу, то был бы, наверное, да, взрывная бомбочка была, да. Пойми. Посадка окончена. Следующая станция Редкино. А тут тоже двигатели работают. А у ласточек же даже на главных вагонах тоже есть. Погнали, ребят. Ну, сейчас бесшумно будем ехать. По сути, это просто обычный экспресс, не фермач. Да, только если бы... Фермачи там у них с указанием места, к сожалению. Ну, хоть какой-то рекс, в котором он движется со скоростью света. Вот смотри, как вот я указал 0.31 и 0.21. Вот сейчас общий счет подниму. Да, срочно надо занять, раз мы на этом приехали. Погнали. Да, на главных вагонах есть. Что-то 31-е в основном используется... А ты из задней кабины ему махал, если ты смотрел по Дитлевске. Надеюсь, тебя там не... А мне не кажется... Кстати, Миша, кто с тобой это... Был машинистом у тебя, этот... Этот... Георгий, этот Смоляков, или этот... Как называется фотокорреспондент у нас, этот... Денис... Выход из поезда на станции Редкино будет осуществляться из всех вагонов, кроме двух первых и двух последних. Просим вас заранее готовиться к выходу. Нет, там надо уточнять, и там надо отработать хотя бы 3 дня. Я помощник. Так, ну смотри, такая тема, значит. Что тогда надо уточнять? Короче, посмотрим.
То есть, в принципе, моя помеха, такой, особо редкий. Какая помеха? Нет, то есть, редко с нами гуляет, что ли? Миша, Сергей Ким звонит. Миша, он как тоже. Алло, привет. Мы, короче, сейчас отлично едем на ласточке, я сейчас обратно в Москву. 131 километр уже. Да, пожалуйста, мы 130, кстати, все это сейчас. Просто случайно так сказал. Хорошо, обязательно. Вот, наконец, дождался. Нет, я знаю, просто случайно. Общий транспорт. Да. Нет, с конструкционкой вроде 160 км в час. Сейчас это, короче. Это будет, может быть, и максимальная скорость. Вот такие конструкционные. 160 Да, и ласточка сделала. Нет, да, максимально это вроде 160 либо 140. Я тогда не видел, что он тогда разгонялся 160, он сейчас это делает. Офигенно. Ваня, как будто мы сейчас разгоняемся до конструкционной. Охренеть. Знаешь, как бассейн делал? Даже моя тульская, мой тульский подарочек так бы не разгонял. Все, что я про ласточку подарю. Наверное, 2 кп так и не тянет. Наверное, все-таки я основной ласточкой. Ой, да, ну ты был, да, еще катался на фанфанах, ну, 350. Это уже точно. Сейчас 31 везет, хотя это тоже двигается. Я еще был потом в самолете. Они разгоняются очень сильно. Понимаешь, чтобы им следить, им нужно где-то... Нет, 300 где-то километров в час, чтобы следить. Примерно. Там 250-300 километров в час. В основном они разгоняются. Чтобы следить, это на воздухе они следуют 1000 километров в час. Да, скорость такова. Хотя самое странное, что мне кажется, что он разгоняется прям только до 100, до 155. Редко пользуются дачей, как в принципе можно. Я, у меня просто дача
5 июля по 8 июля. Серьезно? Именно тогда, когда я был. Ну да. Как ты уехал сразу у нас на направление ПДВД. И, кстати, 5-го, а не 4-го, год ровно нашему ПДВД на нашем пацанском направлении. Кстати, 157 первое на нашем направлении. Не понял, вроде ДЦС, это что? Типа... Центр станции или диспетчерский? А, диспетчерский центр станции, впрочем. Контролер на нулевом. Ну, вроде мы едем на нейтральном. Нет, я просто... Пацаны, как будто сейчас контролер на нейтральном режиме поставили. Давай,
Моя Стас. Там женщина вроде контролера. Моя Стас, учебный контролер не ставили на нейтральную на нейтралке почти. Просто убавляется скорость. Да. Мы же нет, это. Но я говорю тебе, это нейтралка. Маленький зайчик. Вы где-то дома сейчас? А, понял, ну надо... Что? А, короче, мы едем уже из Твери на Ладоге. Посадка окончена. Следующая станция... Мы сейчас... Завидово. Это... Мы сейчас 160 км в час поедем. Mm-hmm. Да, ну ласточки они производятся в этом, как у... Что это замена охранников ЦППК, который типа в черном одежде, с надписью Берг. Когда еще камером была Ангела, ты понимаю, не вру я. Да, это смешная фраза. Ну не было у нас отношений, сейчас вот не очень, конечно, отношений. И особенно... Короче, они меня уже бить. Понятное дело, это вообще. Я говорю про охранников ЦППК. Ну сейчас-то времена, понятное дело, изменились, вот какие нам... Короче, смотри, мы сейчас едем, мы сейчас пока что в Тверской области, сейчас решение было, сколько мы можем еще делать. Нет, следующее Завидово. Все просто отлично. Короче, моя следующая Завидово, потом уже... Ну давай. Нормально. Хорошо, без проблем. Сегодня тебе повезло, так, вот моя. Теперь, Александр, что ты меня там спрашивал сейчас? Ты говорил, что ты мне решетки... Ну, следующий уже Завидово, пока еще Тверская область. Из последней двери последнего вагона выход осуществляться не будет. Как только я сказал... После вас заранее готовиться к выходу. Заранее. То есть, что он сказал, типа, что двери не открывают? Машинист сказал, что нет выхода из последних двух дверей вагона. А, все. Только это не машинист, это информатор был. С Решетникова тогда уже начинается под Москвой. Вообще, знаешь, вообще это тогда твой нейтер. Да. Это какая-то сплотка считай. Если взять или. Хотя бы, если по принципу электровоз, то да. Да, если взять у нас МВПС не включить, то у нас уже Саша схема будет с того же самим перебегаться. То это.
знаю, сколько это чехол. И тут тоже. Если не считать его. Выдержит моя батарея, вот. Хотя, в принципе, тебе дать повырубанку или нет? Можешь. У тебя Type-C или USB? Type-C. Провод есть, давайте. И повырубанку. Тебе провод или повырубанку? Что? Тебе провод дать или повырубанку, или все вместе? Давай все вместе, да. Сейчас. Так, если что, он дать вот. Хотя нет, дай провод. У меня тоже есть повод. Вот это светящийся, светящийся. Да. Так, у меня здесь 38%. Основного провода нет, значит. Ой, так, упал. У тебя пауэрбанк упал. Давай. Нет, это бутылка. Это смотри. А, понял, понял. Можно? Убери ее. У островок там. Ну вот потихонечку, полегонечку. Там пока еще все нормально. А после же могу, кстати, вот так сделать. Все. Так, кстати, Ваня, это гениально. Так, теперь надо немного курить бамбуку, попить чай. Так, телефон я, пожалуй, свой не буду разряжать. Батарея тоже может сесть. Почему? Даже ты, почему тут есть ласты, но они с Казани не ласты. А экспрессы что... же, там же ЦПК экспрессы ПНВД, как, например, ПНВД 003. Вот в основном вас, но фирмачей не вечером. Вечером, нет? Вечером. А, ну фирменные, да, вечером. Вот бы нам, конечно, могли бы ласточки сделать от Твери до Полицании. Было бы, конечно, да. Или хотя бы от Голудвина до этого. От Голудвина, если бы от Голудвина до этого. Хотя, по сути, делают зарегистрированные подобные. Типа депок. Понятное дело, но должны сделать же так же, как на других направлениях, чтобы электрички с прямыми маршрутами много далеко ездили. Как, например... Что есть Шаховская тура. Да, есть же там на Хабино-Подольск, МЦД, а электрички есть Шаховская тура, например. Там прям 6 минут. Да. Это представляю, как для машиниста даже. Какая вот и напишем, это поезд, а что электричка там поищи, там везде на по одной минуте не двинуться, то есть заедет, то есть когда пишем. То есть нет такого, там у тебя 5 минут. Машины стоят, не передохнут там, да. Только если поменять ПМ, то А, ты говоришь про четвертоклассочку в Туле? Ну, ты знаешь, это ФПК, и, во-первых, они воруют и в Белгород. Вот причина. Они не из Тулы, ты чё? Они же из... В принципе, удобно. Самая удобная тема этого города. Мотив не оборачивает там. Только у них уже пассажирские вагоны, как мы сами ездим. Кстати, был бы... ЦППКшная ласточка какая-нибудь, да, Орла. Ой, ты представь себе АКРАС. Да. АКРАС МЦД. Сегодня видели в АКРАСе МЦД, которые бывают. Так, ну вот. Это МЦД. Нет, это типа... Там это АКРАСик первый ласточка. Да. Блин, а ласточки уже в Сочи начали еще. Сочи. Сочи, помнишь? 2019 год.
Они там и сейчас есть. 360. Кажется, ласточки много где есть, и в Сочи. 360. Стоп, я не понимаю. У нас единственное направление, где ласточки без пассажирами не ездят. Ну, у нас же, в Рязанском. У нас их еще и нету. Ну, да, вот. Станция Завидово. Но... Следующая станция Решетникова. У нас через Рязанское направление такое направление, что прям очень-очень удобно для перегонок. Да. Там же, считай, еще и МРЗ находится. Ну да, ну и это тем более для перегонок, если там на юг куда-то гнать через Рязань, через ГМО. Там ГМО это везде. Там ГМО прям... Посадка окончена. Следующая станция самая Решетникова. Воскресенск. Да. Такие вот места, 88 километра. У нас по Казанскому Куровская. Вот тоже. А тут у нас что, БМО на Ленинградке? Это у нас... Что? А, Поварово. Вот, точно. Получается, Поварово у нас. И это сейчас скажу еще что. На совке БМО этот Миков у нас и Икша. Дальше что еще? На Белке это Кубинка, на Курке это Столбовая, на Киевозе это Пикассо. На Решетниково будет. Мы останавливаемся на Решетниково, потом начинаем отправляться и будет ДР1. Так что можете не пропускать. Время 68 километров в час. Время 68. Если контры там тоже. Так, вот это замок. Я взял. Чтоб проблемы не себе. А вот вы, детки. Прибывает на станцию Решетникова. Короче, ласточки подсказывают еще. Слушай, почему? Ваше объяснение. Что за звук? Двери закрылись. Что за пахнет чай? Пока это проверю, там ли ПСП, где?
я говорю, на Техно Фурнише. Должно быть. Вы на ВСМС находитесь, вот здесь платформа. Так, не выгони, просто сейчас. Вас прибывает на первый путь, платформа номер один. Будьте внимательны и осторожны. Посадка окончена. Следующая станция – Клин.
станцию Клим. Станция Подсолнечная, город Солнечногорск. Посадка окончена. Следующая станция Подсолнечная. Город Солнечногорск. Все равно. Нас все равно вот так. В крайнем случае получается. Ты здесь был все время? Да, я не мог бежать с вещами. У тебя ты, мой этот, у тебя вот. Да. 85%. 85% ваш это на пауэрбанке. Пропусти человека сейчас. Не успел бегать. Тихо, ничего страшного. Где контроль? Я так лучше. Где контроль? Что? Где контроль? Она уже туда поехала. Я в сортир пока сейчас скажу, он подсадит. Я в Thank you.
последней двери последнего вагона выход не производится. Следующая станция Крюково, город Зеленоград. Thank you.
Станция Химки.
Thank you.
прибывает на станцию Химки. Посадка окончена. Следующая станция Москва, Ленинградский вокзал. Thank you.
Прибывает на станцию Москва, Ленинградский вокзал. Будьте внимательны, не забывайте свои вещи в вагонах. Благодарим вас за выбор Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Мы ценим ваше доверие и будем рады увидеть вас вновь. Желаем вам всего доброго. До свидания.
производиться с правой стороны по ходу движения поезда. Станция Москва, Ленинградский вокзал. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Thank you.